Всем привет! Сегодня 2 марта. Находимся в Нячанге, вечер, напротив Лотоса. Здесь есть ночной рынок. Сейчас посмотрим, что это за рынок. Спасибо. Нет, спасибо. В общем, продают тут все. От продуктов до вещей. Жемчуг продают, и цены такие дешевые на жемчуг. Мы покупали 3 года назад тут и браслет, и бусы. Здесь прикольные сухие крокодильчики. А сколько стоит крокодильчик? 4 таблица. Угу. А маленькие? 2. Ага, спасибо. Магнитики разные. А магниты сколько стоят? 60. 60? Я вижу. Ага. Красивая. Сколько, мадам? Такие 50. Суки с крокодилом, хрени с крокодилом, хало. Нет, садись сюда, пожалуйста. Мы устали. Чай, кофе. Что тут есть? Арабика 320 за килограмм. Капучино 350 за килограмм. Левак 450. Кофе. Есть левак арабика и мока. А, и левак вон премиум. Тот стоит вообще 1200. О, микадами. Орешки. 65. А вот есть какие-то монеты? 150, давай, Ёшка.
за рынком можно покушать, здесь посидеть. Так, что тут продают? Булочки. А такие сколько стоят? Вот эти. Белые, темно-синие. В общем, тут занят продавец. Ничего не ответили. Много вот тут засланцами. Очередь стоит за обувью. А тарелочки сколько такие стоят? 150. 150, а поменьше? Поменьше 120. 120, да? Емело, бомбоны. Спасибо. Угу. Уже за 120 большую дают. Мадам, 250 давай. А браслеты сколько стоят? 120. 120? Да не стоит. В общем, сначала 120 браслет, теперь 100. Рамская кухня. Здесь. Рынок небольшой, тут два ряда всего. Ну, в принципе, кому нужны подарки, здесь закупиться можно. Мы брали кофе Лювак, но, правда, мы брали не здесь. Очень вкусный кофе. Но здесь вот цена 350 за кофе Лювак. Это значит умножить на 3, ну, 1000 рублей на наши деньги. Красная тут помада, гамья, шапочки. Ой, Лакоста спрошу, сколько стоит. А Лакоста сколько стоит? 300. Угу. Но тут что-то дорого, 300 сказали. Это аж 900 рублей, рядом был рынок. Лакосту отдавали, сначала просили 150 донков, а потом за 100, за 300 рублей. А тут сразу что-то 300 заломили цену. Колесо обозрения светится. Это Венпер парк. Вдалеке находится. Так гулять здесь можно. Очень красиво, все светится, все нарядно. Красивый город Ничанг. Приезжайте отдыхать сюда.
такси стоят. Вот еще есть театр тут вьетнамский. Мы были 3 года назад в этом театре. Очень красиво. Правда, там все идет на их языке. Но интересно, он на воде происходит действие. И актеры стоят за ширмой, а фигурки такие в воде плещутся. Идет как сказка. Но советую тоже сюда прийти, в этот театр. Только билеты не здесь покупайте, в самом театре, а вам будет дешевле. Здесь есть туристические такие, как магазинчики. И там чуть-чуть подешевле будут эти билеты стоить сюда. Так, ну все. Всем пока.